Спасибо. Наша задача – это обмен специалистами высокого класса, организация учебно-тренировочных сборов, это какие-то лагеря, начиная от детского возраста и заканчивая национальными сборами, которые можем проводить как у соседей, потому что, вы знаете, они такое и природа, и море, и так и у нас, потому что у нас объекты достаточно высокого уровня мирового, где они могут провести любого уровня учебно-тренировочный сбор. И сейчас наши соседи, посетив весь комплекс Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, дали самую высокую оценку.